Ну и немного истории, друзья. Те, кто живет в Валенсии, да и не только в Валенсии, а кто увлекается испанской керамикой, все знают фигурки под названием фирмы Виктор Денальдо. И Виктор Денальдо, он ведь не только создавал фигуры, но и после гражданской войны это был основной игрок рынка патронов, да, вот он выпускал, когда это было очень большим спросом. Вот, если мы увидим такой электрический патрон керамический, висит вот наверху вот этой башенки. Так вот, дорогие друзья, чем выигрывал Виктор Денальдо на испанском рынке? А выиграл он тем, что добывал глину, он вот в этом месте. Это как раз и есть место, где эта фирма добывала глину. Это их владение. И за счет этого он был очень-очень сильно конкурентоспособен. И из этой же глины после гражданской войны делались фигурки Нальдо, которые очень-очень-очень знаменитые. Особенно знаменитые фигуры, которые называют бисквит. Вот такая вот небольшая история для вас. Скоро напишу книгу. Тоже опубликую ее, так что читайте. Всем всего хорошего.